сегодня у нас два мероприятия, одно из которых связано вот с чем. Во-первых, самое первое, два попозже. Вы знаете, что у нас сейчас не очень хорошие отношения с Англией. Там какие-то поганцы, все время какие-то гадости говорят в адрес России. И вот мы находимся в здании, которое построил обрусевший архитектор Геппенер. Вот там внизу выставка. Проект этого здания и других его проектов. Все было бы хорошо, если он был бы немножко дальновиднее и построил бы приют, который здесь должен был быть для детей-сирот, больше и поместительнее. Но приют, вот он там кончается. Вот это все, это подарок для школы и для вас, нашего московского правительства, потому что в бытность Юрия Михайловича Лужкова мэром Москвы вот это прекрасное здание, вот вся вот эта часть была достроена. И нам сегодня, должен вам сказать честно, немножко уже не хватает помещений. Как аудиторий для наших учащихся, так и помещений под выставочные проекты. Но мы всегда ждем вас и всегда будем рады. И вот сегодня у нас открылась выставка здесь из фондов Красноармейской картинной галереи. Это мастера очень любопытные, потому что это все ученики Бориса Александровича Дегтярева. Это был выдающийся наш книжный иллюстратор, главный художник издательства «Дед ГИС» и профессор Суриковского института. Блистательный представительный мастер, потому что он был член-корреспондент Академии художеств СССР, профессор, который школил своих учеников так, что просто, многие плакали. Но зато все они, пройдя вот этот жесткий тренинг, стали прекрасными книжными иллюстраторами. Многих уже нет, а многие еще продолжают работать в системе книжной графики. И вот мы, получив эту выставку, были рады, что мы можем показать учеников Бориса Александровича Дегтярева. Вот там, внизу, на первом этаже, в выставочных залах, посмотрите эту выставку. А здесь, чтобы придать некой цветности вот этому помещению, где мы только что вручали вам дипломы, свидетельства, мы показываем выставку трех сестер. Все помнят «Вишневый сад», да? Так и здесь три сестры – Елизавета, Софья и Машенька Андрияки. Все они прошли эту школу. Вот Лиза уже заканчивает академию акварели и изящных искусств. Софья, вот с ней тоже все хорошо. Но вот я хочу сказать, что есть самая молодая Машенька. Она здесь вот выставлена главным образом, там вот акварелечка, и маленькие вот такие рисуночки. Вот о ней я и хочу сказать, потому что рисунок – это основа искусства. И вот, да, я понимаю, всем не терпится пойти выпить чашку чая и заесть, долго идет мероприятие, да, но посмотрите. И учтите, еще три дня у нас эти вещи будут висеть. Посмотрите на качество этих рисунков. Они, может быть, еще, немножко, скажем, молодые, детские. Но это хорошо сделанные вещи. То, что в музыке называется хорошо темперированный клавир. Потому что будете плохо рисовать, будете, может быть, неплохими потом, но вам будет очень трудно набирать это мастерство. А набирать его нужно сейчас, потому что мне бы очень хотелось, чтобы вы все стали художниками. Не зря же
5 лет вы мучили наших педагогов и мучились сами. Вот и все, что я хотел сказать. Выставка прекрасная, очень красивая, разнообразная. И советую вам быть молодыми, такими же, как вы есть, красивые. Вот. И дальше идти по дороге искусства. А выставку посмотрите. Съесть что-то вы всегда успеете.